Всем привет, друзья! Вы на канале Boston Technic. С вами Сергей. Сегодня вашему вниманию представляю комбайн Vector 410. Он 2009 года выпуска, полностью в исправном рабочем состоянии, не требует вложений. В таком состоянии задняя резина, передняя, 2009 год. Наработка примерно 8000 гектар. Жатка 2008 года, тоже в хорошем состоянии. Установлен новый шнек. Давайте обойдем с другой стороны, посмотрим. Своевременное техническое обслуживание, замена агрегатов, запчастей. На запчастях никто не экономил. В таком состоянии задняя резина. Ножи целые. Давайте поднимемся, посмотрим комбайн сверху. Двигатель. Комбайн проработал у одного владельца. Давайте посмотрим кабину. Рабочее место комбайнера. Кабина в хорошем состоянии. Друзья, кому нужен хороший комбайн, пишите, звоните. С радостью всем ответим на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание.